Перед полетом прими доклад от механика о готовности самолета к вылету. Произведи внешний осмотр самолета. Проверь, нет ли внешних повреждений на лопастях и коке винта и заметной погнутости лопастей. Совмещены ли риски лопасти и кока винта, что соответствует малому шагу винта ВИШ-61П и большому шагу винта ВИШ-105. Правильно ли закрыты замки капотов? Нормально ли давление в пневматиках колес шасси и нет ли на них повреждений? Нормальную и одинаковую осадку обоих амортизационных стоек проверь по отсутствию крена или по меткам на обтекателях стоек. Проверь количество горючего, уровень которого должен быть на 50 мм ниже верхнего обреза горловины при полной зарядке баков. Осмотри элероны, нет ли на них и на триммерах повреждений. Отклоняются ли они свободно и без люфтов? Проверь хвостовое оперение, не забыты ли струбцинки на рулях и нет ли внешних повреждений на стабилизаторе, киле и рулях. Осмотри костыль, не стравлен ли воздух из амортизационной стойки, нормально ли давление в пневматике. Посмотри, снят ли чехол с трубки ПИТО. Перед посадкой в кабину осмотри ее и проверь, нет ли в ней посторонних предметов, выключены ли магнета, поставлены ли на предохранители гашетки пушки и пулемета, не загрязнен и не поврежден ли козырек и фонарь кабины. После посадки в кабину поставь ноги на педали под ремни. Проверь подгонку высоты сиденья для удобного пользования прицелом и привяжись ремнями. Фонарь должен легко закрываться и открываться. Проверь легкость хода ручки и педалей. И правильность отклонения рулей и элеронов. Установи триммер руля высоты в нейтральное положение. Рычаги управления шасси и щитками должны стоять нейтрально. Установи бензокран в положение баки открытый. Давление в сети должно быть в пределах 50, а в аварийном баллоне 32 атмосферы. Включи тумблер аккумулятора. А на самолете Як-1 и тумблер шасси. И проверь световую сигнализацию. Выключи аккумулятор и сигнализацию шасси. Включи вилки телефона и ларингофона в гнезда на микротелефонном щите. Соедини колодку на шнуре шлемофона. Проверь установку фиксаторов на рабочую и запасную волну. Проверь движение рычага нормального газа. Рычаг высотного корректора должен быть в положении на себя до отказа. Рычаг переключения скоростей нагнетателя должен быть в положении на первой скорости. Рычаг управления винтом дать полностью от себя. Заслонки масла радиатора и водорадиатора должны быть закрыты. Установи высотомер на нуль. Часы должны быть заведены и проверены. Колодки
лодки должны быть поставлены под колеса. Аэродромный баллон должен быть присоединен к сети. Поставь шприц в положение заливка помпы и создай в магистрали давление бензина 3,4 килограмма на квадратный сантиметр. Переведи шприц в положение заливка цилиндров и залей во всасывающую систему от 4 до 6 шприцев бензина. Поставь шприц в положение выключено. Установи рычаг нормального газа в положение, соответствующее 600-700 оборотов в минуту. Открой кран бортового баллона. Включи аккумулятор и подай команду от винта. Получив ответ «Есть от винта», открой воздушный кран самопуска. Подай команду «Воздух». После того, как винт сделает один полный оборот, нажми кнопку вибратора, но не более чем на 10 секунд. Как только мотор начнет работать, включи магнета и закрой воздушный кран самопуска. Одновременно с появлением нормального давления масла, открой инжектор дополнительной смазки мотора. Прогрев мотора производи на 800-1000 оборотов в минуту до достижения следующих температур. Воды 40 или 60 градусов и масла 40 градусов. В зимних условиях при разжиженном бензином масле прогрев мотора производи на 900-1200 оборотов в минуту до температуры воды 40 или 60 градусов, вне зависимости от температуры масла. Для ускорения прогрева постепенно увеличивай обороты, следя за тем, чтобы мотор работал без перебоев и давление масла не превышало 11 килограммов на квадратный сантиметр. По окончании прогрева закрой инжектор масла. Дай команду удерживать хвост самолета от подъема и возьми ручку на себя до отказа. Открой заслонки вода и масла радиаторов. Опробуй мотор на номинальной мощности. При нормальной работе мотора должны быть следующие показания приборов. Обороты 2600-2700 в минуту. Наддув для моторов М105П и ПА 910 плюс 40 минус 20 миллиметров ртутного столба. Для мотора М105ПР 1050 плюс 10 минус 20 миллиметров ртутного столба. Давление бензина от 25 до 0,4 килограмма на квадратный сантиметр. Давление чистого масла 5-9 килограммов на квадратный сантиметр, а разжиженного бензином не менее 4 килограммов на квадратный сантиметр. Не держи мотор на полном газе более 20 секунд и не доводи температуру воды до 100 градусов и масла до 100. Сбавь газ до 2400-2500 оборотов в минуту и проверь работу магнета и свечей. При работе на одном магнете число оборотов должно уменьшаться не более чем на 110 в минуту. На 2400 оборотов в минуту для опробования работы винта и регулятора оборотов R7 переключи винт с малого шага на большой и обратно. Thank you.
На оборотах 2200 в минуту. Переключи нагнетатель с первой скорости на вторую. И проверь работу мотора, не допуская более 2500 оборотов в минуту. И переключи нагнетатель обратно на первую скорость. Проверь работу мотора от левой и правой группы бензиновых баков. На оборотах мотора не менее 1700 в минуту выключи аккумулятор и проверь работу генератора по сигнализации шасси. Если лампочки горят, выключи аккумулятор. Тумблер на микротелефонном щитке поставь в положение прием. Включи тумблер радио. При полных оборотах мотора проверь сперва работу приемника, затем передатчика, производя пробную передачу. После проверки радиостанции выключи тумблер радио. Открой полностью заслонки вода и масла радиаторов. Растопори хвостовое колесо. Подай команду убрать колодки. Получив сигнал «колодки убраны», начинай руление. Для лучшего обзора впереди лежащей местности применяй руление змейкой. Проверь действие тормозов. При полном торможении и ручки взятые на себя, самолет удерживается на месте при 1900-2000 оборотов в минуту. Перед взлетом проверь положение высотного корректора, рычага управления винтом и бензинового крана. Застопори костыль и, прорулив по прямой около 5 метров, по очередным торможениям колес убедись, что костыль действительно застопорен. Температура масла и воды должна быть в пределах 60-90 градусов. Осмотри взлетную полосу и закрой фонарь. Плавно дай рычаг нормального газа вперед до отказа, одновременно отдай ручку от себя и подними хвост до полуопущенного положения. После отрыва выдержи самолет до скорости 250 км в час и набирай высоту. Убери шасси и проверь их положение по лампочкам и механическим указателям. Кран уборки шасси поставь в нейтральное положение и на предохранитель. Сними давление на ручку триммером руля высоты. Установи 2700 оборотов в минуту, а при высокой температуре воды и масла 2550, и выдерживай следующие скорости набора высоты. До высоты 4000 метров 260 км в час. Выше этой высоты через каждые 1000 метров уменьшай скорость набора на 10 км в час. У потолка держи скорость 190-180 км в час. Thank you.
Максимальную скорость нагнетателя включай. На высоте 2000 метров с мотором М105ПФ и на высоте 3000 метров с мотором М105ПА. Пользуйся высотным корректором. С высоты 3000 метров для мотора М105ПФ и с высоты 4000 метров для мотора М105ПА. При дымлении мотора вследствие переобогащения смеси пользуйся высотным корректором независимо от высоты полета. Рекомендуемая температура масла и воды 90-100 градусов. Если температура воды поднимается выше 110 градусов и масло выше 115 градусов, затяжели винт и производи набор высоты на повышенных скоростях. Давление масла при температуре до 100 градусов должно быть в пределах 4-9 килограммов на квадратный сантиметр. А при температуре выше 100 градусов допускается понижение давления до 3,5 килограммов на квадратный сантиметр. В горизонтальном полете на всех высотах держи скорость не менее 250 километров в час. При изменении скорости передвигай рычаги управления газом и винтом одновременно. На самолетах, имеющих штурвальное управление шагом винта, увеличение скорости производи в следующем порядке. Сперва штурвалом управления винтом увеличь обороты мотора до величины соответствующей новой скорости, а затем рычагом газа увеличь скорость полета. При уменьшении скорости действуй в обратном порядке. Все виды полетов, кроме высшего пилотажа и воздушного боя, производи на следующих режимах. Обороты мотора 1700. Скорость по прибору 280 км в час до высоты 5000 метров и 270 км в час свыше 5000 метров. Контролируй работу мотора по приборам, показания которых должны быть следующие. Температура масла рекомендуемая 90-100 градусов. Минимально допустимая 40 градусов. Максимальная 110 градусов. Температура воды рекомендуемая 90-100 градусов. Минимально допустимая для моторов P 40 градусов и для моторов PF 60 градусов. Максимальная для обоих моторов 110 градусов. Давление масла в пределах 4-9 килограммов на квадратный сантиметр, а давление бензина от 25 сотых до 0,4 килограмма на квадратный сантиметр.